Рад снова быть с вами. Наша сегодняшняя тема называется «Возвращение домой». Иисус принес нам откровение о Боге, как о нашем Отце, а еще Он занимается восстановлением. Большая часть нашего христианского пути состоит из того, что Бог восстанавливает нас в то состояние, в котором мы должны быть. Для этого нужна Его сила, а не только наша ответная реакция на Него. Но прекрасно знать, что если мы сошли с пути или что-то в нашей жизни было разбито, Бог может это восстановить. Он знает, как вернуть нас домой. Возьмите Библию, блокнот и откройте свое сердце, потому что Бог будет говорить к вам сегодня. Сегодняшняя тема — «Возвращение домой». Я подготовил ее ко Дню Свободы. На этой неделе у нас было много собраний, но мне кажется, что Господь хочет, чтобы сегодня я поговорил о свободе в немного другом ключе. Поэтому слушайте внимательно. Основная мысль этого послания в том, что Бог занимается восстановлением. Об этом говорит и эта книга от самого начала и до конца. Мы еще не знаем, каким именно будет конец, но у нас есть немного информации об этом. А если свести все к одной мысли, то мне кажется, что речь идет о возвращении домой. Бог восстанавливает нас в то, что Он запланировал для нас, потому что мы немного отошли от курса. Иисус открыл нам, что Бог — наш Отец, и Он желает, чтобы мы были дома, в Его Царстве. Это прекрасная концепция. Иногда мы слишком усложняем нашу веру, представляя ее как вмешательство в нашу личную жизнь или тяжелое бремя. Но Творец неба и земли восседает над Царством, и хотя мы Его творение, Он желает, чтобы мы навечно вошли в Его Царство. И Он сделал все, чтобы мы могли это сделать. Именно об этом рассказывает эта книга. На самом деле Богу ничего от нас не нужно. Мы не можем предложить Ему ничего, чтобы улучшило Его положение. Также этому нет объяснения, но Писание уверяет, что Бог любит нас. Он знает о нас то, что никому не нужно знать, и при этом Он любит нас. Это просто удивительно. Я понимаю, что наш мир изменился. Может, вы этого и не замечаете, или делаете вид, что не замечаете, но наш мир изменился. Перемены пришли с пандемией, а также со всем окружающим ее безумием. Но, несмотря на все это, Бог не перестал работать. Я понимаю, что мне нужен новый взгляд на стабильность, чтобы по-новому понять Божье обеспечение и то, как нужно следовать Его водительством, потому что я считаю, что впереди нас ждет то, чего еще никогда не было. Мир, в котором мы живем, стал очень смутным и запутанным. Перемены происходят слишком часто. Учреждения, которые вызывали доверие и чувство стабильности, разрушаются каждый день. Я думаю, что ситуация будет только ухудшаться. Но даже посреди всего этого всемогущий Бог заботится о нас. Совсем недавно походы в церковь были для нас рутиной или привычкой, о которой мы не сильно задумывались. Для нас главным было то, что с нашей вечностью уже все решено, а на все остальное мы не обращали внимания, так как у нас были другие амбиции. И я считаю, что самое ценное для нас с вами в это время — научиться слушать Бога, распознавать Его голос, повиноваться Его Слову, почитать господство Иисуса в нашей жизни, а также развивать новое уважение к Богу. А вот к чему я хочу побудить вас сегодня. Так давайте начнем с Божьего плана в Бытии, 1 главе, 1 стихе. Это самое начало книги. Это первый и заключительный стих в истории сотворения. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И в конце этой истории сказано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро». День шестой. Тут сказано, что Бог создал небо и землю. Надеюсь, вы в это верите. Поначалу я изучал в колледже науку,
И как вы знаете, есть много теорий о том, как появился мир. Но все это лишь теории. Нет никакого доказательства, потому что видеозаписи были утеряны. Но если вы примете эту фразу, с которой начинается Библия, то вся остальная Библия будет иметь для вас смысл. А если вы отвергаете мысль о том, что Бог — Создатель, то вся остальная Библия не имеет смысла. Мне не важно, как именно Он это сделал. Может, даже и с помощью большого взрыва, мне все равно. Как бы там ни было, Бог — Творец неба и земли. И когда Он закончил творить, то Сам прокомментировал, что это весьма хорошо, то есть в Нем не было ничего плохого, неправильного или незаконченного. Также не было надобности в восстановлении, потому что все было очень хорошо. А потом вмешались мы. А мы можем испортить и самую хорошую ситуацию. В эту историю мы можем вписать все наши имена, но изначальный Божий план был в том, чтобы все было хорошо, и нам нужно это знать. Он не хочет умолить или унизить вас. Самая большая ложь, которая ходит по этой земле, это то, что если вы придете к Богу, то Он обязательно заберет у вас что-то. Это ложь ада. На самом-то деле, Бог сделает вашу жизнь лучше, если вы хоть как-то приблизитесь к Нему. Далее идут истории разных людей, которые возвращаются домой из разных мест, перспектив и взглядов. Я надеюсь, что это история и вашей жизни, и вы тоже можете сказать, что в чем-то Бог восстановил вашу жизнь. Возможно, кто-то из ваших близких нуждается в восстановлении, и вы будете верить Богу об изменении их ситуации. Возможно, вы нуждаетесь в восстановлении сегодня. Так знайте, что наш Бог восстанавливает человечество. Не бойтесь Его, не держитесь от Него подальше, не отказывайтесь слушаться Его. Я не хочу сделать вас более религиозными или заставить вас чаще приходить в церковь. Вы приходите в церковь настолько часто, насколько считаете это полезным для себя. Так начнем же с первой истории о возвращении домой. Нам это пригодится. Проповедник, ты очень рискуешь. Евангелие от Луки, 2 глава, 4 стих. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Иосифу нужно было вернуться домой для регистрации. Это был указ власти, а не его желание. Мария была беременна, и они не планировали в том году путешествовать, но власти решили иначе, и они пошли домой». Мне кажется, Рождество напрямую связано с возвращением домой, не так ли? Мы собираемся с родными и друзьями, оно ассоциируется с воссоединением, воспоминаниями, традициями, привычками, которые вам очень дороги и которые вы любите воссоздавать. Вы помните те места, где вы отмечали какие-то важные для себя события? Места, где вы влюбились или признались в любви? Итак, Иосиф пошел домой, и в результате этого возвращения домой началась наша рождественская история. И Бог сделал что-то прекрасное из того дискомфорта, неудобства и отчаяния. Не думайте, что если вы посреди дискомфорта или отчаяния, Бог отступит от вас. Да, следовать за Богом нелегко. Быть народом Божьим тоже нелегко. Если вы знаете историю еврейского народа, то знаете, что она была совсем непростой. И речь не только об их ненавистниках. Иногда у них были проблемы из-за собственного упрямства. Бог любит нас слишком сильно, чтобы допустить поведение, которое вредит нам.
Он дисциплинирует своих детей. Поэтому, когда у вас сложности, вы должны уметь остановиться и прислушаться и спросить у Господа, что может быть источником этого? Может, мне нужно что-то исправить в себе? Может, это вмешательство злых сил? А по другую сторону всего этого нас ожидает Божье благословение, если мы пригласим Бога в свою ситуацию. Итак, рождественская история начинается с возвращения домой. Мы продолжим. Вы когда-нибудь бывали в Египте? Я не имею в виду современную страну на Востоке. В Евангелии от Матфея, 2 главе 13 стихе сказано, «Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Последний раз ангел говорил ему во сне жениться на беременной девушке. А в этом сне ангел говорит ему взять эту женщину, ее ребенка и идти в Египет. После смерти Ирода ангел снова явился ему во сне. Наверное, он очень крепко спал. По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Я понимаю, что все эти события были исполнением пророчества, но, если честно, я всего этого не понимаю. Тот же Бог, который мог ослепить глаза или сделать слепых зрячими, остановить солнце или разделить Красное море, уж точно мог защитить Марию и Иосифа. Я не знаю, почему Бог сказал им «идите в Египет». Я не знаю, почему иногда нам кажется, что нас переставляют в новое место. Я бы предпочел всегда двигаться вперед смело, громко и триумфально. Я побеждал и проигрывал, побеждать веселее. Я не понимаю, но знаю, что именно Бог велел им идти туда. А пока они были там, Он восполнял абсолютно все их нужды. А в соответствующее время он вернул их из Египта и привел обратно в Назарет, где Иисус рос, чтобы исполнить очередное пророчество. И если вы сейчас находитесь посреди такого сезона, когда вас перенаправляют, и вам кажется, что это отступление назад, или что вас как бы бросили, тогда знайте, что Бог рядом с вами, так же, как Он был вместе с Иосифом, вместе с Марией и вместе с Иисусом. У меня к вам еще один вопрос. Вы когда-нибудь кормили свиней? Это Теннесси, и, скорее всего, большинство из нас имели дело со свиньями. Если же вы не знаете, о чем я говорю, то вы счастливый человек. Может, вы даже думаете, что бекон берется из гастронома? В Евангелии от Луки Иисус рассказывает притчу. Подозреваю, что вы ее знаете. Это притча о высокомерном юноше, который потребовал свою долю наследства, а его отец без объяснений отдал ему ее. Молодой человек ушел из дома и находился довольно далеко. Там он потратил все, что было ему доверено. Не очень благочестивым образом. Он просто потакал всем своим желаниям. Это плотская природа. Вы можете быть человеком завета и при этом быть плотским и своевольным. И так вы можете многого лишиться. Так было и с тем молодым человеком. Давайте прочитаем конец этой истории. «Придержав себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Это 15 глава, 17 стих. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Он пришел в себя не тогда, когда впервые переступил черту. Он пришел в себя не после первого или второго шага. Он даже не пришел в себя тогда, когда его ресурсы стали сокращаться. Он не пришел в себя тогда, когда друзья
стали расходиться, потому что он больше не мог их содержать. Он не пришел в себя, когда остался совсем без денег. Он не пришел в себя, когда пришлось искать работу. Для еврея кормить свиней — это самая унизительная работа. Он оказался в самом низу социальной лестницы, без отношений, которые казались ему такими важными, без денег. А Лука комментирует это так. Он пришел в себя. «У меня еще вопрос. Вам когда-нибудь нужна была рыба? Нет, я не приглашаю вас на рыбалку». Евангелие от Матфея, 17 глава. Еще одна история об Иисусе. К Иисусу пришли и попросили его заплатить налог на храм. В то время наличных было не так много. Петр пришел и сказал, «Нам нужны деньги, Иисус». И Иисус дал ему задание, «Чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Если вам пришло письмо из налоговой, я не рекомендую вам написать им, что вы отправляетесь на рыбалку. Напоминаю, что я показываю вам все эти отрывки, чтобы напомнить о Боге восстановления. Иногда мы оказываемся в отчаянном положении по собственной воле. Иногда нам нужно вмешательство со стороны. Иногда Бог просит нас быть голосом вмешательства в чьей-то жизни. Иногда Божье восстановление касается телесных и материальных вещей. Один из важных уроков — это то, что Бог дает нам шанс восстановить наше доверие, научиться снова доверять Ему наше будущее. Бог — это наша защита. Мы наблюдаем за тем, как учреждения и организации, которые казались нам непотопляемыми, рушатся у нас прямо на глазах. Источники информации, которые казались нам надежными, распространяют странную и непоследовательную информацию. И сейчас их очень много. Надежность и уверенность уже совсем не такие, как были раньше. Я думаю, что Бог призывает нас научиться тому, что Он — наша защита и надежность, и Он может гарантировать наше будущее. Я приглашаю вас задуматься над этим во всех аспектах вашей жизни, даже в здоровье. Не нужно избегать докторов. Вы верите в Бога или в медицину? Да. Пользуйтесь всеми преимуществами и одного, и другого. Вы верите в усердный труд или в Божье обеспечение? Да. Библия говорит, если вы не работаете, то вы хуже неверного. Работа имеет ценность и достоинство. Бог работает. Когда мы впервые встречаем Бога в Бытие 1 главе, Он работает 6 дней в неделю. Есть еще один вопрос. Вы когда-нибудь были в пещере? Я не говорю о туризме. Одна из величайших побед в истории — это когда Илья вызвал огонь с неба. Представляете, если бы вы могли вызывать молнию в определенное время и в определенном месте, вы были бы очень популярны на вечеринках. Когда это сделал Илья, это привело к покаянию целого народа. На одной стороне был Илья, а на другой — все остальные. Это был очень непростой день, и это не было одноразовым решением. Илья отстаивал эту позицию многие годы. Он указывал на безбожность царя и его свиты. В тот день на горе Кармил построили жертвенники, он помолился, и сошел огонь. Затем Илья казнил пророков Ваала, но, несмотря на демонстрацию такой Божьей силы, царь не покаялся. Не стоит думать, что все покаются, когда будет явлена сила Божия. Также не стоит думать, что это заставит покаяться вас. Начните развивать в себе мягкое сердце. Учитесь каяться. Развивайте покаяние. Учитесь говорить Богу «Прости меня». Напоминаю, что мы учимся выживать в период хаоса. Для этого нам нужно уметь каяться. Мы должны уметь быстро говорить «Господи, прости меня, я был слишком черствым и безразличным к Тебе. Я был слишком высокомерным и думал, что мое будущее уже у меня в кармане. Я не думал о Тебе. Я больше думал о том, что я хочу делать со
своим свободным временем, Илья призвал народ к покаянию, и это была большая победа. Люди приняли приглашение Бога, но царица сказала: «Я хочу его убить, и я убью его». И Илья спасается бегством. Он бежит далеко, подальше от дворца, и оказывается в пещере посреди пустыни. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господня, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе». Так, будто бы Бог вообще не в курсе. Кто зажег огонь на жертвеннике? Знаете, когда вы очень сильно устаете, «возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Илья устал, эмоционально и телесно. Он говорит: «Я остался один». Некоторые из вас знают конец этой истории. Бог говорит: «Не все так плохо. У меня есть еще 7000. Ты просто о них не знаешь». Бог не оставил его и даже кормил его, пока он бежал от царицы. И Бог сказал ему, помните, что он сказал: «Илья, я хочу, чтобы ты вернулся, потому что я приготовил тебе преемника, и ты должен помазать его». И как вы знаете, Елисей сделал в два раза больше чудес, чем Илья. «А еще я хочу, чтобы ты помазал нового царя вместо того безбожника, что правит сейчас». И Илья выходит из пещеры с именем своего последователя и нового царя. Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Вы чувствовали себя уставшим и побежденным? Было так, что вы боролись с чем-то и долго не видели результатов, и вас это достало? Вы должны знать, что Бог ответственен за будущее. Он создает результаты. Он, а не мы. Мы не можем изменить сердце, и даже в самый лучший день мы не в силах исцелить даже насморк. Мы ничего не можем поделать со злыми духами, которые витают над нашим миром. Все это выше нас. Мы просто сосуды, и мы должны признать, что мы можем уставать и телесно, и эмоционально, и духовно. Но Бог восстанавливает и обновляет. Если вы сейчас в пещере, то вы не неудачник. Мы можем рассказывать свои истории о Боге, и они будут придавать вам сил. Служение Господу — это весьма непросто. А кто сказал вам эту ложь? Я бы хотел помолиться с вами. Скажите: «Через кровь Иисуса я искуплен из рук дьявола. Кровь Сына Божьего и Иисуса Христа постоянно очищает меня от всякого греха. Она освящает меня и отделяет меня для Бога. Через кровь Иисуса я стал праведным, будто бы я никогда и не грешил. Мое тело — это храм Святого Духа, очищенный кровью Иисуса. Поэтому сатане нет места во мне, и он не властен над мною благодаря крови Иисуса. Аллилуйя! Мы свободны. А теперь поблагодарите Господа за свою свободу. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном.
В книге «Деяния», в первой главе, Иисус вознесся на небеса. Церковь стала расширяться. Теперь ученики продолжали служение Иисуса самостоятельно. Буквально через две главы мы снова встречаем Иисуса. По дороге в Дамаск он явился Савлу из Тарса. Тогда он был озлобленным, жестоким фарисеем, который ненавидел последователей Иисуса. Так Савл из Тарса стал апостолом Павлом, одним из наших героев. Я надеюсь, что вы с ним дружите. Мы часто читаем его послания. Павел распространял Евангелие в очень непростое время. Было много политического давления, путаницы, ересей. Распространение Евангелия не давалось быстро и легко. Но Павел был готов заплатить свою цену. Его послания к церкви являются мощной поддержкой для церкви в наши времена. Мы приготовили инструмент, который поможет вам в новом году. Это ежедневное изучение, составленное из отрывков посланий апостола Павла к церквям. Книга выполнена в формате ежедневных заметок. Мы сможем размышлять над посланием Павла каждый день. Святой Дух обязательно будет действовать в вашей жизни. Пусть Слово Божие будет вашим хлебом насущным. Сегодня, как никогда, мы особенно нуждаемся в силе от Бога. Даже если я рожденный свыше христианин и переживал встречу с Богом в прошлом году, этого недостаточно. Ищите Бога сегодня, на этой неделе, в этом месяце, сейчас. Я верю, что эта книга станет мощным инструментом, который поможет вам расти в вере. Откройте свое сердце, скажите Господу: «Я хочу следовать за Тобой, мы новое воплощение книги Деяния». Бог призвал нас быть светом и солью для нашего поколения. Наша новая книга «Уроки от Павла» может помочь вам в этом. Ежедневные изучения помогут вам применять истины от апостола Павла в ваших обстоятельствах. Они принесут ободрение и знания для того, чтобы мы всегда могли следовать за Господом, независимо от того, что ждет нас впереди. «Уроки от Павла» — это полноценная, качественная книга. Каждый день включает в себя отрывок из Писания, разбор отрывок, отрывка, молитву, место для заметок и дневника. Мы отправим вам книгу в благодарность за ваше пожертвование от $25. Когда мы встречаемся с трудностями, примем ли мы решение следовать за Богом? Давайте начнем смело стоять в вере вместе с уроками от Павла. Отправьте заявку и оформите заказ на книгу уже сегодня. Заходите на сайт и звоните по нашему телефону. Многие из вас лично посетили служение пастора Алена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.